Грузовик перевернулся сегодня утром. Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Уфа-Белорецк в Архангельском районе Башкирии. Еще до обеда на месте происшествия появился автокран. Перевернувшуюся фуру из кювета пришлось доставать с помощью спецтехники. Информации о пострадавших пока нет, сообщает сайт proufu.ru. В Уфе сегодня утром сильные пробки были зафиксированы в микрорайоне Сипайлово. Движение вновь было сильно затруднено на перекрестке улицы Жукова и Гагарина, а также по всей улице Жукова.